eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. StarLadder TV представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Dota 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы. SL TV, Beyond the Summit, Imba TV и LGD TV. Сотни часов трансляций на 5 языках и гранд-финал с участием легенд Dota 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум StarLadder TV с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Для начала – буст игрового опыта. Далее специальный лоад-скрин от StarLadder TV. Худ турниров, матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Dota 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Dota 2 StarLadder TV. Покупай билет на StarLadder или подвергнешься тщательному анализу. Приветствую, друзья, всем да, действительно, доброй ночи. Мы с вами врываемся на заключительный день американского дивизиона. Сегодня, именно сегодня мы с вами будем подводить итоги этого дивизиона. Узнаем команду, которая станет чемпионом среди всех других американских команд, которая приедет к нам в Киев на LAN-финал с 23 по 26 число октября. Посмотрим, кто это будет. У нас сегодня 4 матча, 4, по сути дела, решающих матча запланировано. Как вы видите сейчас на ваших экранах, я вот вам открыл табличку, и на этой табличке, в принципе, понятно, да, что для топ-4 команд сейчас решается действительно все. От того, как они сегодня отыграют, будет зависеть, поедут ли они, собственно, на ланы за баблом. Ну, 4 претендента, вот они, Evil Geniuses, Na'Vi US, SNA и Not Today. Видим, что у трех из этих команд, собственно, осталось всего лишь по одному матчу сыграть, у Na'Vi US 2 матча. Сегодня они тоже отыграют. Ну и, как вы тоже прекрасно видите, наверное, шансы этих четырех команд по-прежнему имеются. Ну, посмотрим, опять же, сегодня все станет на свои места. Может быть, у каких-то команд здесь поболее шансов, у каких-то поменее шансов. В любом случае, надо смотреть. Сегодня команды, скажем так, более низшей позиции, да, то есть эти вот DD, например, Union Gaming, SNB, есть прекрасные шансы подпортить, собственно, таким вот фаворитам себе турнирное положение и обломать им, собственно говоря, поездку. Ну, сейчас я вам покажу список матчей на сегодня, который нас ждет, чтобы вы примерно представляли, что у нас будет. Так. Вот он, список матчей. Начинаем с игрой Union Gaming и Na'Vi US. Union Gaming, в принципе, уже лишили себя всех возможных шансов на поездку на LAN-финал, да, то есть у них счет 2-4. У Na'Vi US видели мы, что счет 4-1. И у них в запасе, получается, 2 игры. Вот одна из них сейчас, вторая будет последним матчем против ребят из SNA. Наверное, все-таки самый важный и самый заключительный матч будет сегодня как раз-таки последней каткой, да? Два претендента будут бороться, по сути дела, за выход. Также претендуют на выход на LAN-финал у нас и ребята из Evil Geniuses, которые будут вторым матчем играть против команды DD. Ну и SNB против Not Today. Not Today тоже шансы имеет, в принципе, теоретически, поэтому им нужно будет тоже обязательно выиграть ребята из SNB. Посмотрим, удастся ли сегодня фаворитам обыграть аутсайдеров, хватит ли терпения, ну и, собственно, дальше будем по ходу дела оценивать ситуацию и смотреть, собственно, кто проходит у нас дальше, кто не проходит и будет довольствоваться только каким-то местом в рамках дивизиона. Так, наверное, включу я вам игру сейчас, уже будем врываться на первую каточку, она стартанула. Так. Во. Ну, вот они, да, Na'Vi US за Radiant'ов, Union Gaming за Dire, уже первая стадия банов прошла, и давайте поглядим, каких героев у нас убрали обе команды. Итак, Deathprophet Viper у нас справляются в небытие от Снейкинга, Union Gaming забанили Ликантропа и Shadow Shaman. Ну и Doomfur с пиком от Na'Vi US.
Пока вроде все хорошо, я не сомневаюсь, что сегодня ребята не будут экспериментировать, будут брать только свои наработанные стратегии, наработанные пики, ну, потому что сейчас уже экспериментировать нельзя. А сейчас нужна только победа, тем более на VES, которых сегодня два матча нужно отыграть. И будем смотреть. Да, Тразором отвечает Union Gaming, ну и второй пик. Сейчас мы тоже с вами увидим. Так, ну, наверное, оценим с вами две эти команды пока идут пики. Вот они, статистика за весь текущий год. Union Gaming, видимо, отыграли 42 официальные встречи. У них пинрейт 47,6%. Ну, такой соу-соу, среднячки, скажем такие. Ну и Na'Vi US. Винрейт чуть получше, матчи сыграли на один больше официальных. Ну, вот так вот. В среднем, видим, фрагов на VES делают больше, смертей тоже больше, ассистов больше. Говорит о том, что немножечко поактивнее играет у нас эта команда. Ну, и ласт-хитов у них побольше, ГПМ, XPM тоже повыше. Ну, в общем, по всем показателям немножечко у них есть превосходство над своим оппонентом. Так, составы, наверное, покажем тоже. Угу. Нет, это я вам не то открыл. О. Вот они, Na'Vi US, Prax 1437, Korok, Foggit, Snake King Капитан. Уже фирменных футболков от Na'Vi, все как положено. Ну и Union Gaming, в принципе, тоже достаточно представительный такой вид. Ben Jazz у них капитан, в составе Jericho, Sidrals, Enderlis и Angel. Вот такие вот ребята. Так, где у нас там дальше игра? Вот. И Brewmaster забирает себе Union Gaming вторым пиком. Na'Vi отвечают пиком с ковров мага. Пока, вы знаете, все очень даже стандартно, все очень дефолтно. Единственное, что не дефолтно, это то, что я, походу, отключил всякую музыку. Думаю, что ж так тихо у меня в наушниках. Вот. Сейчас должно все работать. Так, и баны пошли. Минус Войд, минус Кентавр, минус Тайтхантер, еще один бан от Бенджаза. Угу. Ну, убирают, видим, каких-то ярких оффлейнеров. И та, и другая команда. Ну, в принципе, ребята из Union Gaming, наверное, следовало убирать каких-то саппортов. Действительно, Union'ам сейчас саппортов не хватает. Что у нас осталось из такого, что мы привыкли видеть в пиках и не было забыто у нас сейчас? Ну, вроде как, вы знаете, всех супер каких-то крутых героев уже забрали. Да, я вижу и Деспрофит в бане у нас, Ликантроп, Void, Разор, Брюмастер, Дом в пике. Да, ну вроде со всеми популярными героями уже разобрались. Значит, будут менее популярные заезжать у нас пик. Вот Last Ban у нас сейчас от Бенджаза, у него дальше как раз таки третий пик, очень удобная ситуация. Забанили, видим, ЕСа. Дефолтная связка Support с ковров маг плюс ЕС, не хочет ее видеть здесь Бенджаз. Предусмотрительно забанил, ну и себе третий пик нужно оформить. Так, ну вот он над своим третьим пиком как раз таки не подумал, пока у него было время. Бан-то сделал, а забрать героя пока еще не способен. Ну, вообще имеем что? Брюмастера в мид, Разора, как керри в триплу, я так подозреваю, да? Действительно, суппортов нужно набрать, еще достаточно большой пул этих суппортов имеется. Какой-нибудь Рубик сюда бы неплохо входил, на самом деле, этот воровать дом неприятный. Берут Visage Union Gaming, решили через этого героя поиграть. Ну что ж, персонаж, который, в принципе, весьма неплох, имеет такой достаточно неплохой лейт потенциал, да и в замесе 5 на 5 он тоже чувствует себя великолепно насчет фамильяров. Так что принимаем, Висадж герой хороший. Ну и стейкинг-то эти пик. Кто с Каем будет бегать? Вопрос. Ну, в принципе, знаем, да, что Скай у нас очень даже хороший с любым персонажем, который имеет активный стан. Винга, Сэнкинг, Рейскинг, все что угодно может заехать. Зависит от того, через какую стратегию решили поиграть Na'Vi. Поглядим. Так. Ну что, Стэнкинг? Пока думает. Ну, в принципе, герой какой-то, который имеет возможность тоже повоевать. Все-таки Doom в замесе хорош, то что исключает. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, Тинкер забирает себе Na'Vi US. Когда я говорил о заявке на победу, вот она, та самая заявочка. Вот тот самый пик, который должен выигрывать в 100% случаев. Потому что Тинкер герой очень неприятный, требует большого задротства на этом персонаже. И который фактически 80% игр на себе.
И это хорошо, Снэйкинг его себе забирает. Отлично, ну и четвертый пик для Na'Vi ES. Там Union Gaming ответили пиком Vengeful Spirit. Хорошая связочка суппортов получилась, Visage плюс Vengeful Spirit. Есть и активные станы, и замедление, в принципе, и хороший нюк с магическим уроном. Побегать, погангать, собственно, они смогут, в случае чего. Ну и для инициации, конечно же, тоже хорош. Так, ну, по-прежнему... По-прежнему пока не знаем, кто у нас будет вторым саппортом. Вторым саппортом у нас будет Enchantress. Ну, с умончиками будут бегать на Ави, в принципе, тоже понятно. Через смоки, скайрфагом будут какие-то ганги. Ну, пик добротный, добротный пик. А, ну что, по одному бану осталось сделать. Вроде как должны какого-то керри сейчас убирать Union Gaming против своего оппонента. Ну, пока имеем что? Имеем Doom, например, сложную, Tinker Mid. Sky Enchantress, два саппорта, скорее всего, в легкую линию пойдут. Ну, это как раз его убийца. Убийцы и героя, который будет бить с руки, не хватает. Мирану решили убрать. Тат минус Nature's Profit убирает оффлейнера Na'Vi US. Так, наверное, должно быть. Все-таки... Хотя, вы знаете, Union Gaming могут вполне себе триплу поставить сложную. Венга, Visage, Razor достаточно хорошая трипла получается. А на легкую какого-то героя, который будет стоять, например, против Дума. Ну, Примастер, соответственно, мид против Тинкера. Кинос там еще из оффлейнеров остались, которые тут не высветились. Это какие-то клок-вьярки наверняка, да? То есть еще какой-нибудь Bounty Hunter может заехать, в принципе. Ой, Бенджас ведь тоже на победу играть решил. Вы посмотрите, лондруида себе забирает. Ну что, герой хороший. И против Дума может постоять, да и на сложной линии весьма неплохо будет смотреться. Ха. Интересно, интересно. Интересный пик от Union Gaming. Лондруида здесь вообще никак не ожидал. Na'Vi будет тяжело. И ласт пик от Снэйкинга. Ну, теперь они точно знают, против какой пятерки будут катать. Какой здесь керри именно нужен. Который способен будет убивать и Разор, и лондруида, например. Какого-то поинтереснее керри, конечно, хочется увидеть, что-то типа Джиггернаута, такого нестандартного. Герокоптер, возможно, заедет. Ну, герокоптер здесь, наверное, не очень хорошо смотрится. Ага, но все-таки они решили Дума взять как мейн керри, Батрайдера на оффлейн поставить. Ну, вы знаете, пик такой более, скажем, агрессивный у них получился в результате. Рассчитываю, наверное, на... Мидгейм где-то, да, где они действительно будут очень сильны при покупке там у Тинкера определенных артефактов, у Бутрайдера Даггера там и у Дума Даггера тоже. Эти ребята смогут взлететь. Ну ладно, посмотрим, как оно в итоге будет. У нас ребята уже запикивают себе героев. Я вам включу, пожалуй, картинку. Вот, не эта картинка, вот эта картинка. Работает? Работает. Да, ну призовой фонд у нас составляет уже 231 405 долларов. Обошли мы призовой фонд предыдущего сезона. И с этим нас всех, наверное, можно поздравить. Будем стремиться дальше. Тем более у нас в компендиуме есть еще неоткрытые майлстоны, есть недостигшие цели, что нужно, есть к чему стремиться. Покупайте билет на Star Ladder, дабы не подвергаться тщательному анализу. Снэйкинг за Тинкера, точнее Тинкер от Снэйкинга. Фогет на Скавр оф Магии будет играть, 14.37 взял себе Enchantress, Бракс будет играть на Бэтрайдере, ну и... И Корок, это Дум. И там, смотрите, у нас теперь Union Gaming в пятером зашли. Посмотрите, Снэйкинга не сцепили с танчиком. Что будет делать дальше? Плазмафилд еще нужно как-то чем-то зацепить. Больше ничего нету, нет никакого дизейбла. Не дотягивается визор своим грейвом. И это ошибка от Union Gaming. Ошибка то, что они неправильно расположили своих героев вот на этом шествии, в этой пятерке. И потеряли практически 100% фраг, потому что Тинкер действительно должен был умирать. Все, что нужно было сделать, это дать грейв. Грейв Чилл, который бы 100% дал бы фраг. Да, но не получилось у Union Gaming, но задумка была хорошей. Реализовать не получилось. Итак, давайте познакомимся с ребятами из Union Gaming. Джерико на Vengeful Spirit, Зандерлис на Visage играет нас, Бен Джаз, капитан команды на Разоре, Сайдерин Бримастер, ну и Лондруид, это Angel. По линии мы все, наверное, угадали с вами, да, здесь, ну, в принципе, и так достаточно все очевидно было. Трипла действительно у Union Gaming отправилась в сложную. Ну, трипла, где, вы знаете, три рейнджевых героя, которые имеют такие неплохие нюки, она, по идее, должна идти в агрессивную линию, должна будет гнобить противника. Других вариантов и быть не могло. Ну и тем более против такого более-менее пассивного Дума по началу игры, да, то есть Корок, который мало чем может трипле помочь. Ну и номинально здесь мы видим даже не трипла, будет, а дабла, потому что Enchantress у нас лесная, будет бить там каких-то
самончиков, вызывать, убить нейтралов и так далее. Ну и здесь мы видим Скаю, и думаю, будет тяжеловато. Ну, в миде Тинкер против Брюмастера. Достаточно стандартное такое сопротивление двух мидеров, двух персонажей. Немножечко разные цели преследуют, но тем не менее. Посмотрим, кто из них получше отстоит линию. Понятное дело, что у Стенкига должен быть небольшой перевес такой. Ну, прокачивает он уже машинки, через лазер пытается помешать как-то Сейдерлину фармить. Ну, а Сейдерлин будет покупать себе быстро какой-то ботл и будет его обусть. Ну и вот он. Вот он оффлейн. Вот он оффлейн, Бэтрайдер против Лондруида. Ну, вы знаете, за счет того, что все-таки медвежонок есть у этого Лондруида, фармить будет весьма неплохо Энджелу. Однозначно против Бэтрайдера стоять, конечно, тяжеловато. Но я думаю, Энджел справится. Купит себе какой-то орбу Веном. Там, я не знаю, что-нибудь такое. Будет замедлять Бэтрайдеры. И все будет хорошо. Ну, пока на карте все очень даже спокойно. Понятное дело, что здесь Нави и ЕС не бакуют на нижней линии. Ну, и тяжеловато им баковать. Да, у них тут дабла, не трипла. Вот и Чадрес вроде бы подошла. Ну, с таким сумоном особо не повоюешь, мы видим. Соух это не самый крутой здесь персонаж. Хотя, вы знаете, вот так вот, если оценивать, все-таки два сумона может быть одновременно у Нави и ЕС на линии, даже три. Все-таки не забываем, что и Дум может сорвать кого-то. Тут пошла атака прямо от Union Gaming под тавер. Посмотрите, какие агрессивные. Залетает сюда сам, что последнюю нужно сделать. 18 кп осталось у Фоги. Да, Фоги сныкивается. И Пенджас у нас вроде тоже уходит или нет. Хорок пошел на перерез. У Хорока есть клэп. Нет, тут этого суппорта не пустили. Да, хорошая была атака, хорошая была попытка. И Union Gaming, в принципе, второй уже свой шанс не реализовывает. Мы помним этот забег в пятером по мидлейну. Вот здесь вот слоу граунд и на хайграунд, когда они поднимались. Там не получилось, здесь сейчас не получилось, пока не прет. Что называется, просто не прет. Ну, прет Сайдерлин, который тут заходит, поднимает себе руну дабл дэмэджа. 7 на 1 у него крипстат, в это время у Тинкера уже 10 на 3. Ну, стейкинг, да. В принципе, на линии должен держаться аккуратно. Сапок у него уже имеется. Знаем мы, конечно же, дефолт на этом билде на Тинкере, поэтому свои артефакты стейкинг будет вывозить. Что за топ-лейни? Бэтрайдер у нас 9 на 8, у Энджела 4 на 3. Ну, пока мы видим, что соло-линию Na'Vi ES в принципе выигрываются. Вот единственная проблема только на нижнем лейне. Ну и побежал у нас 14.37. Первая вылазка. Достойна внимания. Давайте обратим на нее. Постараемся посмотреть особенно на этот мув. 14.37. Пошел вместе с троллем, у которого есть сеточка. В принципе, вариант неплохой. 3-2 стака здесь уже сделал Бэтрайдер. Энджел пытается их сбросить, сбрасывает. И Брюмастер делает фраг в миде в соло на Тинкере. Это очень интересно. Ладно, топ-лейн посмотрим пока. Пытается все-таки сдавить Энджела. Есть танк Кентавра. Залетает Бэтрайдер. Третий стак уже на Фаерфлай. Энджел большие проблемы. И Энджел у нас тоже погибает. Ну, тут вообще, конечно, все понятно, что на Ви сделали фраг. Они должны были здесь его сделать счет хорошего ганга. Но то, что помер Тинкер, для меня это шок. Снакин каким-то образом подставился под Брюмастера. И Брюмастер воспользовался своим дабл-дэмэджем. Даже без Primal Split, просто-напросто взял и Снакинга наказал. Ну, то же дело, конечно, в индивидуальном скилле, и Сайдерлин молодец. Очень качественный мув. Так, ну что, будут ли здесь заходить снова по тавер? Здесь бегает один корок, помощи у него не будет, уже заходит Джерико. Так, хорошо. Далековато его тиммейт находится, поэтому станет он не стал. Ну и снова неудачная попытка соинициировать. Sky Illusion. Недовольный Энджел возвращается на линию. Видим, пытается очень агрессивно играть против Бэтрайдера. Но не забывай, что 14.37 отсюда не ушел. Что еще один ганг возможен. Вот уже заходит тролль. Рейндж на сеточку не хватил. Да, и Энджела здесь, скорее всего, не заберут. Не получилось. Чудо, наверное, только то здесь одно. То, что Корок до сих пор не умирал на линии. Стоит против такой агрессивной триплы. Еще бьет при этом крепочку, получает экспу. Но не умирает. Убить его просто не представляется возможным для Union Gaming. Сколько они не пытались, сколько не старались, не выходит. Скай у нас уровень 3, тоже где-то бегает, нас фогит рядышком, пытается охранять Дума. У нас теперь снова пошла атака на Энджел. Энджел уходит. Ну тут, в принципе, это такой достаточно двойной мув. 14.37 может и ганка, если ганк не получается, в принципе, может еще попытаться пропушить. Начинает уже первый корни срабатывать у Энджела. Конечно, здорово. Ну, уровень 5, 3, медведь, все как положено. Ну и вот заключение вот этих вот первых перемещений, скажем, на карте все очень спокойно, ничего такого сверхинтересного не происходит. Ребятам, которые нужно фармить, просто фармят, остальные пытаются суппортить, что-то бегают, пытаются что-то придумать, какой-то экшен в игру ввести. Но не получается.
бегает Джерико, Зендерлис, казалось бы, подлови с ковров мага и будет фраг. Но страшно, очень-очень страшно. Use Cliff Fortification, да, уже чувствует, наверное, Angel, что теряет потихонечку тавр, ничего не может сделать. Пытается своим медвежонком агрить крипочков, вспуливает на себя. Видимо, на помощь подтягивается и Брюмастер. Кстати, Брюмастер имеет Primal Split, еще ТП делается. Ой-ой-ой, и Бракс подставляется под корни, боже, какая-то ошибка. Стан от Вингейта минус моментальный. И скрита Сайджерлин делает фраг еще один. Даблкил. Переагрессировали здесь на VDS. Очень-очень переагрессировали, конечно, и поплатились. 3-1. Union Gaming начинает просто превосходно. Молодцы ребята. Тыкают пока хорошую каточку. Так, вот Разор остался один. Здесь ему, конечно, вылезать вообще нельзя. Пошло замедление. Успеет ли Кора клэпнуть? Клэп не дает, и Бенджас спокойно уходит. Ну, Бенджас уже достаточно противный такой персонаж. Уже и ПТ имеет, видимо, и кольцо, и чейнмейл, и рейсбенд. То есть, ну, с 8 брони его, конечно, пробить, ну, достаточно проблемновато. Что с Снэкинга? Ну, пытается фармить пока, видимо, нейтралов, которые не были заблочены. Причем, действительно, у Снэкинга здесь достаточно большое пространство для фарма. Ибо не заблочили мы как и не нейтралов, так еще и эншитов не заблочили. Так что везде фарм есть. Купил себе, вот, видим, Soul Ring уже, ну и понятное дело, что следующим артефактом будет Boots of Travel. Ну что, 7-я минута встречи подходит к концу. Транквилы вот только-только появляются у Бетрайдера. Ну, тяжеловато, да, хоть вроде бы один ассист сделал с First Blood, но дальше была смерть. И примерное отсутствие фарма, да, все-таки вот эти вот передвижения и мувами за Энджелом, там, под Тавером где-то, все-таки не концентрировал свое внимание на фарме именно Бетрайдер, поэтому так все плохо получилось. Ну и снизу Тавер благополучно забирают Union Gaming. Зарабатывает себе очередной плюс, Бремастер уже в 300 монетах от покупки Даггера, очень необходимый для него артефакт. Но как только он появится, конечно, у Нави вообще начнутся приключения на любой из линий, потому что... Никогда не ожидаешь, куда вылетит Бремастер, где он прилетит, где даст клэп и куда даст Primal Split. Ну и у Бутрайдера, у Тинкера, видим, к этому времени уже дагеров еще не будет. А это значит, что, в принципе, безнаказанно Сайджерлин будет перемещаться. Ну, должен. Производит смог сразу, смотрите, будет внезапная какая-то атака. Опять же, на нижнюю линию, здесь очень тяжелая ситуация. Энджел, ой, Корок. Лол, Бракс, Корни поймал самый неудачный момент. Корок выходит, но помощь же нужна Короку, пытается подстопить. Ну, то еще Enchantress есть, нет, скорее всего, Энджела будут забирать. ТП сюда делается, но, скорее всего, не успеют. Не успеет Энджел помочь. Так, ну да. Сделали фраг, Soul Assumption, Бетрайдера не добивает. Ой, Лол еще и Висерч подставится. А Зендерлис нет, под Грейвчилом пытается убежать. И вроде как сматывается. Скоро до конца, под Скерчторфом. Посмотрите, пошел. Догонять нужно оппонента, есть у него стан Кентавра, нужно настигнуть. Ой, зря сюда побежал, но, скорее всего, Зендерлис. Встречает 14-37, и тут его с руки просто запинает. Ну, два фрага на ровном месте дали на VDS. Там снизу Бремастер сделал фраг на... На ком? На Тинкере. О! Да ладно, забрали еще раз Тинкера. Вторая смерть подряд у Снэкинга. Не крутое начало, прямо скажем. Даггера не будет, я так понимаю, еще на 10-й минуте даже. Соло мида, когда у Бремастера уже даггер имеется. Ну и 4-3. Union Gaming пока все равно, очевидно, впереди. Единственная, конечно, проблема и большая головная боль, это то, что не фармит медвежонок, у него две смерти есть, отсутствие практически фарма, 30 крипочков всего лишь успел забрать. Грустно будет этому медведю на начальной игре, но если опять же дать пространство для фарма, то он, конечно, себя еще покажет. Пытается ставить тавр на VVS на топ-линии, сейчас стягивается и Висидж, попытка отдефать как-то, возможно, даже и подраться. Опять корни могут сработать, посмотрите, медвежонок-то бьется на кингу очень больно, даже без корней. Так... Бежит до конца, медвежонок хочет застопить, вот они корни срабатывают, пошел Грейвчилл, и Soul Assumption, Снэйкинг, тычку одну сделает и помирает Снэйкинг, боже, какой провал Тинкер. Брюмастер там еще фраги делает, уже в соло залетает, убивает с ковров мага, Бетрайдер за ним, Праймал Сплит пока не дает, вот он дал Праймал Сплит. Бежать кого-то нужно ловить, вот Корка, например, можно поймать, Корка, ой, у него нет маны на тэп-аут, его подняли просто и забрали. 7-4, 10-я минута встречи. Ну а теперь уже тоже, наверное, точно можно подытожить, скажем, первые 10 минут игры и сказать о том, что Union Gaming провели их, ну, просто блистательно, конечно. Не без ошибок, но, тем не менее, команду на VS они переиграли в салат. Взять хотя бы кор героев, да, вот этих вот Дума, который имеет одну смерть, Тинкер, который имеет три смерти. С таким началом, конечно, на VS будет очень-очень сложно играть. Ну, давайте посмотрим на графики. Вот они графики, 3000 плюс Union Gaming впереди, по XP в нулях. Ну,
какое-то подтверждение, скажем, моим словам. Но при этом Сайджерин опять же имеет Dagger и имеет Инвиз, и имеет, честно, скорее всего, Снейки Ган, но нет Primal Split'а. Одного клэпа, возможно, не хватит. Клэп плюс крит точно будет. 777 хп. На чем-то нужно подловить Снейки Ган. Вопрос на чем? Можно подождать, когда потянутся тиммейты. Вот Visage хотя бы. Один Grave Chill или один Soul Assumption спасет ситуацию. Там еще и Бэтрайдер рядышком. Залетают. Опа, пошел клэп. Крит. Как же это больно. Это было очень больно. Ну и вы знаете, Снейкинг 0-4. Не то, что на 10-й минуте, скорее всего, еще и на 13-й минуте даггера не будет. Ой, точнее, на Boots of Travel не будет. И это проблема, это большая проблема. Ну, очевидно, что Тинкер, конечно, рано или поздно все равно свои Boots of Travel даггера выформит, но если мы говорим о поздно, это мы, значит, надеемся на что? Что Na'Vi есть, например, будут игру как-то затягивать до минуты 60-й, да, где Тинкер будет полезен. Потому что на минуте 20-й он здесь полезен с такой игрой не будет точно. Эбримастер, кстати. Оп! Зачем вышел? Надо было с кавров мага пинать. Это что же? Сладкий бубалех такой бегает, 739 хп. Кстати, даже побольше, чем у Тинкера вроде. Нет, 877. Ну, разница невелика. Висач покупает себе медальон of Courage. Батрайдер пытается дофармить на свой даггер. Осталось 300 монет, ему мешает просто-просто фамильяры. Ну и давит линию Union Gaming. Gloves of Hest, Spirit Beer. Ну, наверное, Майлштром все-таки будет собирать. Доминация уже поздновато. А Майлштром в такой игре будет очень сильно помогать. Тинкер пытается запушить мидлейн. Тут Глиф Fortification. Ну да, сейчас на VS идти в размен, это самая, наверное, лучшая стратегия на игру. Драться сейчас нет никакого абсолютно смысла, потому что с Меканзом уже и Бенджаз. То есть любая драка 5 на 5, она будет выиграна Union Gaming просто в салат. И нужно пытаться противника просто как-то вот обходить, доджить любые замесы и пытаться в ответочку забирать товара и где-то фармить. Не знаю, Лейн Форс, что у нас там покажет. Ну, Тразор топ-1, Бримастер топ-2. Причем, посмотрите, какое отставание идет Бэтрайдера, следующего по фарму. В 2000 на 12 минуте. Это очень и очень много. Это, опять же, провал кор-героев команды Na'Vi ES. Так, Трашан решили зайти внезапно. Ну, вряд неплохой, Аигис тоже, в принципе, нужен. Может, стоило Аеги забирать после сноса Тайден Тауэр, но решили прямо сейчас. Там действительно есть такое хорошее сопротивление в виде марш-машин 4 уровня, которое сложно преодолеть. С Аегисом оно как-то поприятнее будет. Да, под медалькой, конечно, Рошан будет очень быстро падать. Минус 7 брони. Ну, и Аегис останется кому-то. Наверное, медведю все-таки. На топ лейн сместились на Na'Vi ES. Бэтрайдер уже имеется, даггер, вот этим нужно, конечно, воспользоваться. Провести какую-то хорошую одну смок-атаку. Поздновато, очевидно, конечно, что Бэтрайдер собрал всего лишь на 14 минуте себе даггер. Сейчас сложнее будет выявить такую отставшую цель и ее принять. Но реализовать все равно нужно. Так, Снейкинг пытается откидываться марш в машинс. Если сейчас подловить его, конечно, у Снейкинга будут снова большие проблемы, а Бримастер заходит уже со спины и Снейкинг. Уходит. Подставляется под крипов, его сейчас видно прекрасно, ставится вардец, висит, ну и тут все, тут забей. Это забей. И там разобрались, на кинга забрали, это провал. Ну, а тем временем Лон Друид, да, тавр забрал, на топе тоже тавр упал. Ну что, 15-й минута встречи подходит к концу, смотрим на графики. Уже преимущество 5000 составляет от Union Gaming, по XP 1000. По-моему, самое время сейчас Na'Vi ES немножко поднапрячься. Потому что они вот так вот ускользают победа из их рук. И Бримастер, не тратив Primal Split, идет на топ-линию и попытается убить Sky'а в соло. Он вполне может сделать, посмотрите. Удар, клэп, Primal Split. Ну тут, да, Фогит уже ничто не спасет, но спасаться Enchantress. Ой, юл подняли, хорошо сбивает ТП. Какой же хороший контроль у Сайджерлина. И... ну и все. И просто все. А, ну Untouchable, да, Untouchable, конечно, это проблема. Ну и Сайджерлин хватает маны, чтобы сделать даггер. Будет клэп наверняка. Клэп давать не стал. Вот он клэп. Подхил сейчас у Enchantress закончится. Медленно так будет, как ложкой по голове, точнее по спине бить Сайджерлин. Сейчас это Enchantress. Криточек. Туда сейф ТП уже стягивается, бедный Инча. И уйти не может, и сделать ничего не может. И закупаться пока не хочет тоже. Смотри, что делает. Пытается маневрировать. Фамильяры на помощь выбежали. Ну и Венга просто станом приговаривает. 11-4.
что будет ли врываться Бэтрайдер. Есть лассо. Кстати, прошу отметить такой факт интересный, что за 16 минут Бэтрайдер не вкастовал ни одного лассо. За 16 минут. Дум не давал ни один дум. Как вам такая статистика? За 16 минут. Это, по-моему, очень сильно. А тут тем временем медвежонок уже с Майлштрамом. Ну, попробуй против него подраться. Если вы за Burst Damage его не сливаете, все. Медвежонок вас съедает просто. Причем в данной конкретной ситуации товарищ Энджел мог и потерпеть до Радианса. Тогда это была бы чуть ли не 100% победа. Тяжело, тяжело, тяжело дается эта игра ребятам из Na'Vi ES. Ну, мы с вами оценивали ситуацию, мы смотрели с вами, конечно же, текущее турнирное положение, эту табличку, и знаем, что Na'Vi ES сейчас счет 4-1, и терять очки им в этих картах ни в коем случае нельзя. Если они хотят бороться за попадание на лан-финал, им нужно выиграть абсолютно все карты, то есть две оставшиеся. Против команды Union Gaming в том числе. Ну а Union Gaming, ребята, которые уже даже во всех смыслах просто потеряли любую возможность на выход на лан-финал, сейчас берут и наглым образом воруют очки и лишают шанса Na'Vi ES попадания на лан-финал. Такая вот история. И это круто, что Union Gaming игру не бросили, никаких 3-2-2, они просто взяли и собрались вместе. И показывают то, что на что-то не способны. Да, и сейчас тут два тавера по нижней линии, здесь дефать, опять же, никакого смысла нет ребятам из Na'Vi ES, нужно пытаться брать хотя бы Т1 по миду от места. Но здесь как же быстро падает, посмотрите. Фамильярочки бьют, и бьет медведь. Там. Тавер пал очень быстро. Тут Cliff Fortification на хайграунд решили дать Union Gaming. А почему бы и нет? А почему бы действительно нет? Правда, вот не собрали себе Аганим сейчас, ни Брюмастер, ни Разор. Эти просто крайне необходимые артефакты нужны здесь для такого захода на ХГ. Ну и сопротивление, конечно, Тинкер пока хорош на дефе. Тревела имеется. Давайте Снэкинга поздравим, наверное. Топ-6 по нетворсу. Достойно внимания, согласен. Так, Union Gaming поняли, что здесь пока заход на хайграунд невозможен. Тут либо в наглую врываться на хайграунд, да, то есть как-то залетать, пытаться инициировать замес и потом уже, собственно, сносить в сторону. Либо же пытаться как-то, не знаю, передавить Тинкера, что сделать в принципе невозможно. Тинкер в любом случае свои касты будут давать. Ой, у тебя Тинкера будет атака опять! Ну что ж ты делаешь, Тинкер? Неужели ты даггер вообще не хочешь, а? Тут Травла-то не хотел очень долгое время, хотя бы Трайдер врывается, это может быть какая-то ответная атака. Брюмастер его свапает, Брюмастер пока по Tension силам. Мистик Флэйр мимо и успевает Primal Split заезжать. Боже, как не везет Na'Vi ES. Минус 2. И погоня дальше пошла, еще и Снэкинга будут ловить. Огненная панда вперед пошла, но надо, наверное, не только огненную, надо пустить какую-то хотя бы панду, которая может дизейблить. Но нет, не получилось. Ну, хоть Тинкер остался в живых. Хотя ребята за него врывались, и Бэтрайдер за него врывался. Тинкеру пытались спасти жизнь, а по всей видимости зря. Так, ну вот он появляется Аганим у Брюмастера и у Разора. Аганим, в принципе, тоже должен быть. Да, 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 да. Два Аганима. 19 минута на двух кор-героя. У третьего кор-героя после Майлштрома 1200 монет. Ну не знаю, что даже в такой ситуации посоветовать Na'Vi ES. У них есть Мидас на Думе, у них есть Тинкер, который в принципе, ну в теории, да, если берем, при, скажем, задержке игры, при пассивной игре, при просто чистом фарме, он свои артефакты тоже вывозит. Ну и Бэтрайдер, который, в принципе, тоже инициатор-то хороший. Энчантрес, который в теории тоже может лейт выйти, все-таки собирает Аганим. В общем, все, что нужно делать Na'Vi ES сейчас, это максимально возможное время просто доджить атаки, пытаться каким-то образом фармить, возможно, делать какие-то вылазки пятером под смоком. Вот, и только при таких раскладах у них есть шансы на победу в этой карте. Хотя бы на камбэк. Мы говорим сейчас не о победе, мы говорим сейчас о каком-то камбэке. Ну вот тут Дум на Вингу Джерика, да даже выживет, даже Винга Дум будет переживать сейчас, обалдеть, посмотрите. Оп! Да ладно, 12 хп. Боже, насколько невезучий Na'Vi ES в этой игре. Это беда. Ой, у Visage тоже Аганин на подходе. Это, конечно, трэш. Ну что делать в такой ситуации? Даже не представишь, Бэтрайдер ворвался, Visage пытается подловить, а Мистик Флэйр, кстати, может получиться. Вот он, не вылазки, вот эти вот редкие нападения. Но, правда, здесь Бэтрайдер корни с первого удара у Angel. Ну как так-то? Монстр килл Бремастер. Тот Бремастер, который минутами двумя ранее чуть не потерял свой стрик. Делает монстр килл. Джерика.
урна, Magic ванды, фейзы, а больше для счастья ничего не нужно саппорту. Главное, чтобы хороший уровень был. Можно инициировать и так далее. Да и жить подольше, как показывает практика, можно и Doom переживать даже. И вот он, Dagger у Тинкера. Ну что, 20-я минута, Boots of Travel, Dagger, Soul Ring и Bottle. Наверное, за историю его Тинкеров от Снайкинга, это, наверное, самая медленная сборка этих артов. Одна из худших игр. Ну, понятное дело, что, конечно, гангали, но и вспоминаем моменты, где Тинкер умирал сам. Ну, точнее, сам ошибался, да, то есть... Вот эти вот фарм своего леса без вардов, это подставка под Spirit Beer от Angela, да, то есть такие вот моменты сильно решают. Сейчас попытка вылезти на Бремастера. Так, ну, на Даггераут пытается уйти. Под смоком Na'Vi US. Да, ну смотрите, да, действительно играют так, как, в принципе, должны играть у нас Na'Vi. Аккуратно, под смоком, делать какие-то редкие выпады и при этом фармить. Вот все, на что им стоит рассчитывать. Вот сейчас, видимо, Angel может подставиться. Врывается на него. Пошел полный прокаст под Mystic Flare. Корок тоже вошел. Это минус. Врывается Примастер. Primal Split. Ну, Фогида здесь продали однозначно. Кого будут сливать дальше. Пытается как-то откидываться флеймбрейком Брак. Спасти своего тиммейта. Там же Godlike у Саджелина. Plasma Field. Залетает кирпич Корок. Корок. Корок, конечно, Doom. Герой трудно пробиваемый. Но, видим, пробиваемый все-таки. И один в три размен на одного. Лондруида отдались, видим, и Скай, и Тинкер, опять же, каким-то образом отдался у нас. Ну, пита. 0-6-2. 17-6. 22-я минута встречи подходит к концу. Там Рошан на подходе, кстати. Там меньше минут осталось до его появления. Ну и Бракс, который решил спулить крипов. Ну, противник далеко, скорее всего, это мув такой удастся сделать. Да, ну и сразу такераут, и тэп-аут. Все четко. Так, ну что, Брюмастер Огр Клаб после Аганим, у Висаджа Аганим, в принципе, через 500 монет уже появится, у Бенджаза есть Аганим, 2100 монет сверху. На самом деле, добавить сейчас еще нужно по одному артефакту на выживаемость, да, то есть купить себе БКБшки, как и Брюмастер, как и Разору, и, наверное, даже не стыдно будет Энджел БКБ купить. Он решает купить себе Йолнир, ну тоже хорошо. Ну и все, вот с этим набором артефактов смело можно устраивать драки 5 на 5, их выигрывать спокойно, ну и игру заканчивать. Терпеть здесь нельзя. Прекрасно должны понимать Union Gaming, что на дистанции Na'Vi ES хороши в плане своего пика, да, и отдавать их кор-героям фарм ни в коем случае не рекомендуется. И вот видим, да, то есть вот корок, вроде там две смерти и так далее, отсутствие фармы и так далее, так далее, так далее, но вот Midas плюс Devour дают о себе знать, и, возможно, Shivu's Guard появится. Shivu's Guard уже один такой неплохой артефакт на драку 5 на 5. Если, конечно, попытается его забрать, корок должен уходить и почувствовать, что... Надвигается шторм. Ну нет, все окей. Ну 14.37, смотрите, очень интересно спрятался. Так, а у него же аганимчик есть, Джерика. Стан разворот и вовремя подтягивает Сайджерлин. Правда, забирать я не буду долго. Ну такое. Праймал Сплит решил завязать. Эй, Снейкинг может подставить сейчас Снейкинг. Да Снейкинга забивай, забей на Твичатрис. Знаешь, когда нужна вообще? Бей Снейкинга. Вот, 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 вот. Хорошо. Хорошо. Пришел сейви Тинкер, называется Энчантрис. Часть номер 7. Да, седьмая часть. Действительно, седьмая часть у Тинкера. Его эпопеи сегодняшней игры от Снайкинга на этом герое. Скорее, даже трагедия какая-то, да. Ой, тут Корок может поставить. Кстати, Бенджа встречает его, кстати, клинком, плазмофилдом. И Айза Шторм тоже пробивает. Есть Конкассив Шот, и он спасает. Конкассив Шот рулит. Энджел. Что ж, нас там придумал интересного. Чейнмейл себе взял. Так, это не будет Мьёльнир, это будет у нас Кираса. Он Кирас тоже хорошо. Да, сейчас у него попытка, видимо, будет залететь. Или нет? Очень, смотрите, безбоязно в Angel Fur Spirit бегает, и за это была наказана. Да, то слишком нагло, конечно, бегать возле Т2 Тавера, не имея вижена. Как знает, что противник рядом. Ой, Корок вошел на Энджела. Так, Дом. Бракс, Корни. Бьет очень. Кто же быстрее кого заберет? Лол, форстафами Бракс спасает тебя. Ошибаются Union Gaming, и в этом, конечно, параметре у них есть небольшие проблемы. Вообще, за командой Union Gaming я довольно-таки часто слежу в последнее время. Комментирую там, помимо Star Ladder, так еще там Канаду Кап какой-нибудь. И вот Union Gaming славится тем, скажем так, кавычками славится, конечно, что они не могут игру, выигранную в early game, довести до логического конца. У них нет такого там человека, который скажет: ребят, все, у нас там преимущество составляет, сколько было,
ну, 10 тысяч там, да, на 20-й минуте. У нас там, скажем, по XP там 7,5 тысяч. Ребята, у нас хорошие артефакты, противник бомж. Давайте собираемся там-то, там-то, делаем такой-то, такой-то мув и выигрываем. У них такого нету. Они начинают терпеть, они начинают уходить в какой-то глубокий фарм, в котором их противника неоправданно может быть больше шансов на дистанции, да? И в итоге слить катку. Так что Na'Vi ES, в принципе, за счет опыта может и получиться эту игру отыграть все-таки. Заход хороша на Union Gaming. Ну что ж, Аегис второй будет по счету, получается. БКБшка есть у Бримастера. Бенджаз принес себе ривер просто. Просто купил себе ривер и будет собирать Тараску. Это круто. Ну и Лондруид взял себе Аегис. Ну, второй медвежонок за месяц, это хорошо. Так, и Бримастер тут за Сайджерлин за кого-то побежал. Кого-то искать. До сих пор играет на 0 на Сайджерлин. Бримастер просто неуловимый здесь парень. Хорошо, это откидывает флеймбреком его здесь Бракс. И Шилсгуард появляется у Корка. Что же, Тинкер, Тинкер. 1900. Ну что, Кирасы есть ли? Нет, еще Кирасу Энджел. Надо бы Кирасу тофармить, хватает. Тут еще много, на самом деле, 1000 с лишним монет. Один хороший файт, в принципе. 3 фамильяра летают. Снэйкинг. Ой, фамильяры сели, причем одновременно. Зачем он посадил одновременно? Лишняя секунда стана для спиритбира, то, что нужно было... То, что нужно было, да, то есть спадает этот вот дебаф на промахе, и все вроде. Смотрите, Бракс пытается догнать хоть кого-то. Флэмбрэком откидывает немножечко назад. Фамильяр пробивает Бракс. Грейвчилл на развороте, солосапшит Бракс, не по шансам, по-моему. На форстапе вроде бы уходит. Дум залетает писаджа, пошел Мистик Лэр по всем сплитить этот дэмэдж. Корок. Вот корнями стоит Корок, и Корок благополучно помирает. Но драк там продолжается, потому что зацепили еще и скавров мага. Ну, да, драться сейчас, конечно, на вес нельзя было ни в коем случае. Еще не настал тот момент, когда они перефармили оппонента и могут уже действительно подраться. Ой, да ладно, подцепили еще и смотрите Enchantress, обалдеть. Будут ли цеплять дальше, в Венге нету свапа, но есть стан. Бримастер вошел клэп неудачно, форстаф отлично от Бракса. Единственный артефакт, по-моему, который спасает ситуацию на карте, это вот форстаф от Бракса. Много уже жизни он засейвил. Так, ну что, стейкинг на дефе, но бараки падают, в этом проблема. Конечно, Union Gaming... Так, теперь, смотрите, Бетрайдер вошел с лассо на Бенджаза, корни его поймали. Ну да, тут форстаф уже не спасает, есть Меканзом. Бетрайдер байбек, вошел Бримастер под БКБшкой Снэйкинга, пытается забрать. Нужно сделать этот фраг, да ладно, не добивает он его. Надо уходить. Барак добейте, добейте барак. Вот барак допили, хорошо, и бежать, 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 бежать. Бракс, флеймбрейк, Джерико здесь. Тэп-аут от Разор, если чем сбить, Мистик Флэр ему сбивает ТП, хорошо, и минус Винга. Ну, смогли подловить, но опять же барак упал. Парак милишный, все как надо. Сейчас самый такой забавный момент, на самом деле, да? То есть Union Gaming, это не то, чтобы Union Gaming собрались и сторону снесли. Это Na'Vi US пошли атакой на Union Gaming, драку проиграли и потеряли сторону. Вот как-то так произошло. То есть я более чем уверен, что Union Gaming после сноса 2 тавра развернулись и пошли бы назад фармить. Но Na'Vi US их спровоцировали на заход на хайграунд. В итоге решили стороны. Так что ситуация на карте у них ухудшилась, прямо скажем. Смотрим графики. Ну, 12 тысяч преимущества у Union Gaming есть. По XP пока прежнему те самые 7,5 тысяч. По дизайнным нутворсам видим, что пока прежнему кор-герои Union Gaming в топе находится. Единственное, что пытается кора как-то еще им что-то противостоять. Но Медасир, это опять же Деваур юзает. Шилсгуард собрал. Что более-менее. Ну, Энджел, где же твой... Кирас, где твой Кирас вообще? С Кирасом, ну, как-то поприятнее вообще. И замес 5 на 5 легче проводить, да и с базы сносится намного быстрее. Не может найти нигде себе фарм. Сейчас перед Бир еще потерял где-то. В общем, проблемы. Так, Lows of Hest у нас в 14.37. ПТ-шечку решил себе нафармить. Так, агрессирует у нас все время Корок вместе с Батрайдером, пытается подавить Т2, в миде видит Снэйкинга, Снэйкинг, кстати, купил себе Ultimate Thor, будет Хекс выходить, и вот она, Кираса заветная, появляется. У Лондруида. Ой, Снэйкинга подловили, корни-то работает, боже, как больно, Снэйкинг все-таки ушел на топ-ауте. Вот такое, да. Ну, тут Батрайдер тоже, Даггер, Фростаф аут, Винга пошла, Винга, где свап, ты, Черика, ты что потерялся, боже, ну ты что?
Ну, Джерика затупил. Вот эти кривые мансы, они вообще здесь не нужны были. Вот так вот идешь просто и свапаешь. Ладно. Растерялся Джерика, ничего страшного. И Тараска покупает себе разор. Так, залетают станчики. Ну что ж, давайте делать ставки, дорогие друзья, когда же Union Gaming попытаются снести еще одну сторону. Ну, снести вторую сторону, в принципе, на 80% означает, что они уже победили в этой карте. Да и в принципе, я не вижу вообще никаких проблем, чтобы эту сторону сильно не снести. Тараски есть, БКБшки есть, алтимейты все отзарядились. Есть Кирас уже в этот раз. Все должно быть намного проще. Дом пытается сейчас посплит-пушить и вынудить противника сместиться на свою базу дефать. Сагрится ли на этот момент Union Gaming? Должны они понимать, что Дом это не самый лучший пушер, и быстро тавер он не снесет в любом случае. Вы это сделаете намного быстрее. Но опять же, марш в машинс. Марш в машинс, который все портит. Каким-то образом нужно залететь и достать Тинкера. Вот видим, что пока этого сделать не особо получается. Так, вот сейчас Нейкинг. Марш машин не успел провязать. Заходит медвежонок экограунд. Лассо, Брюмастер вошел под БКБшечкой. Разора. Разор разорвал, видим, с ковров мака в секунду. Так. О, смотрите, подловили Брюмастер в лассо и в дуб. Долго его на самом деле пробивает. Здесь дэмэджа не хватает. И Брюмастер все-таки погиб, потерял стрик. У нас тут Энчатрис срывает куш. Ну что ж, будет ли без Брюмастера даться дальше? Да нормально, да, медвежонок же есть. Фамильярчики грызут, байбек от Дума видим. И бараки падают. Да. Слишком перефидели ребята из Na'Vi US. Очень перефидели. Сейчас даже если они всех поубивают, все равно у них будет минус две стороны. И это провал. 15 хп осталось у барака. Джерика на развороче, фамильяры в стан, волосы ласамшин, и фамильяры должны добивать Бракса, Бракс! Бракс форстав, опять форстав, который спасает. Ну, вроде да, троих забрали. Энджел просто тыпал делать, но у него дэмэджа не хватит. Смотрите, отстань и выйди всего. Энджел. Так медвежонок-то бьет. Лучше надо было отпустить, наверное, Энджела. Да, надо было отпустить, ребят. Не надо было ему сбивать ТП. Оо, это забей. Дом помирает у нас, да. Ну и бараки должны падать здесь. Оп, хорошо. Фамильяры забирают. Оранжевой барак на топе. Ой, на миде еще стоит. Ну, как-то так. В общем, Union Gaming... Молодцы, молодцы ребята, тут, конечно, не придерешься, все грамотно сделали, зашли на ХГ. Подрались, может быть, не в лучшую для себя сторону, но главное, что они спушили линию. Да. Они знать должны, что победа в игре дается не благодаря каким-то многочисленным фрагам, а благодаря снесенной базе противнику. Так что базу нужно нести. Ну что, Na'Vi US, по-моему, шансов у них уже маловато осталось. Я бы не сказал, что шансов прям вообще нет, то есть 12 тысяч это вполне отыгрываемые цифры, по деньгам по XP 6 тысяч даже они немножечко отыграли, но вот при каждом заходе от команды Union Gaming они теряют сторону. И вот это вот немножечко должно смущать. Опять же, как бы не дрались Union Gaming за месяц, насколько плохо они не дрались, все равно вот эти вот фамильяры и вот этот вот Spirit Beer, он баракет и грызет. И с этим, по-моему, ничего не сделать. Одни маршал-машины не справляются с задачей. Ну вот сейчас у Снэкинга появляется Хекс, то есть через Хекс можно, в принципе, как-то контролить, наверное, Спирит Бира. То есть, ну не знаю, но для этого нужно, опять же, будет не тратить Хекс на героев противника, а это значит, что его тиммейты должны будут как-то с этим противником справляться. В общем, понимаем, что ситуация не из легких. А у Дома 2000 денег Мидас, Шивусбар 2200, да, ну посмотрим, что будет следующим артефактом. Здесь у нас будет стон от Батрайдера, тоже в теории хочет оформить необходимый артефакт, у нас чуть не подставился Бракс. А может даже подставиться, свапывает его винга. Ой-ой-ой, Бракс ошибся. Ошибся Бракс. По-моему, после байбека Бракс был, если я не ошибаюсь. Нет, не после байбека, но в любом случае на байбек у него нету. И у Дума нету, и Скайворов Мага нет. Трайдер 70 секунд. Ну, Т2 товара дают 100%. Ой, да ладно, Снэкинга сейчас еще можно найти, сбивает Тубэ. Ну что делает Na'Vi US? Ну это провал, это просто провалище. Так бездарно, конечно, игру отдавать от такое. Ну ладно, залетает на стерим Сайджелина. Хекс, Мистик Флэр, хватит ли дэмэджа его забрать. БКБ, Праймал Сплит, нет, не хватает. Не хватает, все, весь магический проказ потратили. Тиммейты сидят в таверне. Ловит Энчантрис. Забирать ее такое дело не благодарно, на самом деле. Забить проще. Ну и бараки падают. Остался последний барак, ГГ пишет на VS. Ну что ж, Union Gaming. Наверное, стоит им поаплодировать. Молодцы, ребята. Показали свой характер, что самое главное, вне решающий для них матча.
нерешающим для них матч, и они просто взяли и фактически лишают сейчас шансов команды Na'Vi ES нападания лан-финалы. Да, ситуация. Вивон, пишет Бракс. Да нет, Бракс, ты, к сожалению, не вон совсем. И ты скорее лос, но такое. Что мы получаем, ребят? Сейчас... Ну ладно, я вам, собственно, покажу статистику, наверное, уже после... Ну, перед стартом следующей игры. Я вам только скажу, что у нас следующий матч между командами Evil Geniuses и DD. Одно вам хочу сейчас сказать, да, это то, что... Сейчас Na'Vi ES имеет 4-2 стат, и единственная команда, которая имеет всего лишь одно поражение на данный момент, это ребята из Evil Geniuses. И у них сейчас игра против ребят из DreamD. То есть мы сейчас понимаем, да, что если Evil Geniuses у нас выигрывают свой матч, то они 100% едут на лан-финалы. И остальные матчи уже в принципе не будут иметь никакого смысла. И это очень интересно. Сейчас DreamD должны будут, я не знаю, так же, как Union Gaming, продемонстрируют весь свой характер и попытаться что-то, в смысле, как-то помешать команде Evil Geniuses попасть на лан-финалы. Посмотрим, удастся или не удастся, уже через парочку минут. Матч начнется через 15 минут, даже через 18, так что надолго мы с вами не прощаемся. Для вас сегодня работает это комментирует Адекват, подписывайтесь на паблик vk.com/adekvattv и услышимся после короткой паузы.